Самая обычная московская семья всего за 4 минуты стала больше втрое. Счастливая мать родила 4 младенцев, роды прошли хорошо и хотя потребовали присутствие 4 врачей. Здоровье малышей в норме, теперь родители задумываются, как бы увеличить жилплощадь. Ну, не в 4, а хотя бы в 2 раза. Ксения Некрасова о счастливом числе. Здесь у нас сыночек лежит, один среди девчонок. Вот, Вовочка. Первая девочка у нас Танечка, вторая у нас Олечка, а последняя Сашенька. 3 дочки и сын. Такого пополнения в семье Бураковых никак не ожидали. Уже сама беременность Надежды стала для них с мужем чудом. Несколько лет назад женщина потеряла ребенка, после чего все попытки стать мамой были неудачными. Не скрывает, переживала очень, боялась не выносить. Но со временем привыкла и к большому животу, и к мысли, что теперь их семья в один миг станет больше на 4. У меня по одному прибывало еженедельно. Двойня, потом тройня, четверня, когда пришла на контрольная, я уже со страхом просто лежала и говорила, сколько? Мне говорит, а сколько было? Я говорю, 4. Ну, как-то столько и осталось. Врачи, шутя, называют Надежду рекордсменкой. Четверню она родила за 4 минуты. Дети появились на свет здоровыми, хоть и меньше нормы по весу и росту. Но для такого случая это в порядке вещей. Роды были преждевременными. Сейчас малыши находятся в специальных инкубаторах с автоматической подачей кислорода и с поддержанием необходимой температуры воздуха. Но дети родились хорошим весом для четверни, от 1640 грамм до 2400 грамм. Впрочем, рождение четверни не только испытание для мамы, но и своего рода экзамен для врачей. Помочь появиться на свет сразу нескольким подряд – работа сложная, к тому же крайне редкая. Только здесь, в Центре акушерства и гинекологии, за всю его историю четверняшки рождались всего 4 раза. Это большая работа. Состоит из 4 врачей. И должно быть 4 медсестры, да, чтобы работали в 4 руки. Пока врачи постоянно следят за здоровьем детей, у родителей свои заботы, где разместить 4 кроватки. Детей стало больше, а вот квадратных метров нет. После возвращения из роддома семья будет вынуждена жить у родственников. И сейчас их главная мечта – своя просторная квартира и большая машина, где бы смогли разместить всех своих детей. А уж с уходом и воспитанием Надежда уверена, справятся сами. Благо, есть помощники – бабушка и старшая дочь. Красавица моя, звездочка. Ксения Некрасова, Александр Ильиченко, Петр Краснов и Евгений Стриха. 5 канал, Москва.